Привет, зрители! Это у нас гусеница капустной совки. Такие гусеницы вырастают до 5 сантиметров. У них цвет светло-зеленый. И у них здесь нарисован клещ скорпиона. Голова у них 5 миллиметров. У них 12 лапок. Эти гусеницы кукляются осенью в особых пещерках. Зимуют куколку зимой. Большие особи это бабочки. Бабочки они питаются капустой и всякими овощами. Совки, бабочки, они откладывают на одном месте по 150 яиц. А может она на всех местах родить? 2000. Пока, зрители, не забудьте подписаться на канал, поставить лайк. Всего доброго, зрители!